предлагается, в общем, довольно ограниченный джентльменский набор упражнений, из которых нам реально нужно подобрать те, которые наилучше подходят нам. Это некоторая работа, которую нужно проделать опытным путем. Здесь мы покажем несколько распространенных упражнений, показав основную технику, как с ними, собственно, работать. В первую очередь мы потянем мышцы лопаток и грудные мышцы. Возьмем руки, поднимем, сцепим и потянем их вверх, прижимая плечи к ушам. Всю эту зону удастся расслабить. Опустим руки, выведем локти вперед и понесем их за затылок. Локти раздвигаем, голову тоже отодвигаем назад, разгибаемся в грудном отделе. Разогнувшись, мы дали укоротиться мышцам спины, опираясь на спинку стула. И теперь мы даем им расслабиться. Мы просто повисаем вперед. Вначале может быть существенно опереться руками на колени, если у вас при таком опускании возникают дискомфорты. Можно опереться локтями, потом можно поставить кисти на колени и попробовать потянуться вниз. Следим, чтобы у нас не задирался затылок. Приподнимаем подбородок, поджимаем подбородок, чтобы натянулись все мышцы спины. Как мы это делаем? Мы натягиваем примерно на 2-3 секунды мышцы, потом даем небольшой отдых. Снова натягиваем на 2-3 секунды, снова даем небольшой отдых. И снова натягиваем. И снова даем отдых. Когда нам удалось расслабить длинные мышцы спины, мы можем попробовать короткие мышцы спины, которые отвечают за повороты позвоночника. Для этого нам достаточно прихватить себя за бедро одной рукой, а другой занести за спинку стула. И с помощью рук мы поворачиваем плечевой пояс и в ту же сторону поворачиваем голову. То есть мы натягиваем скручивание во всем позвоночнике, стараясь удерживать... Поверни голову тоже сюда, да-да. Да, стараясь удерживать позвоночник в вертикальном положении, прямым. Натягиваем, немножко отпускаем. Снова натягиваем, удерживаем пару-тройку секунд. Снова отпускаем. Так несколько раз. Если мы это проделали, то еще важное упражнение, которое приходится часто делать для того, чтобы снять напряжение с поясницы, это дать пояснице провиснуть. Для этого мы опираемся руками на край стула и просто немножко провисаем. В этом положении имеет смысл подвигать таз влево-вправо, чуть подкрутить, чуть приподнять, чуть опустить, чуть согнуть. Все это продолжается тоже несколько секунд. Все, принципы понятны.